Где-то в такое же время живем. Сейчас вот я начал создавать и начал там что-то делать, это все вызвало бурю возмущения. То есть там создал специальные звуки, которые устраняют заболевания вирусов, там, ну, очень много всего, в общем-то, и собираюсь над этим работать в дальнейшем. Это сразу же вызвало огромное количество недопонимания. Почему? Ну, недопонимание, потому что тот вид эволюционирования человечества, он еще не готов к тому, чтобы получать или принимать такую информацию. Пока еще эта информация, она еще не подходит. Знаете, эзотерика тоже на сегодняшний день воспринимается туго, потому что люди считают, что единственное правильное правило проживания — это знание психологии, психосоматики, возможно, там, знания всех процессов и так далее. Человек со своим техногенным процессом или техногенными всеми достояниями на сегодняшний день не может объяснять большинства процессов, которые происходят, там, электрона, протона, там, даже процессов, которые происходят в человеческом теле и так далее. Ну и, конечно же, да, можно гипотетически говорить о том, что тот или иной процесс происходит, но бездоказательно, потому что во многом даже доказать то, что происходит, невозможно. Ну и, конечно, когда я говорю о том, вот это работает, то у многих появляется идея такая, как он может доказать? Никак. Это как в 13 веке доказывать наличие электрического тока в розетке, знаете. То есть также и в моем случае доказать, почему это работает и как это функционирует, ну, никак невозможно.